Всем привет, дорогие друзья, это же подписчики моего канала, с вами всегда Никогда, и сегодня я вам хочу напомнить о моем возвращении. В смысле, ну не напомнить, а, короче, сказать о моем возвращении. Что будет выходить на канале? На канале будут выходить игры. Собираюсь пройти сейчас The Walking Dead and New Frontier, то есть Новый Рубеж. Собираюсь пройти скоро, кстати, сегодня выйдет ролик по прохождению этой игры. Майнкрафт также будет, я не забросил его. Вот эти два прохождения я их не забросил. Вот. А что я вам еще хотел сказать? Хотел сказать, что, пожалуйста, поставьте лайк за мое возвращение, я буду также продолжать стараться. Вот. И у меня, короче, ребят, уже... ну, я уже, короче, в пятом классе, вторая четверть у меня вот закончилась недавно. Каникулы 2 недели, так что, ребят, будет часто выходить ролики. И завтра еще будет влог с Нового года. Вот, ребят, короче, я хочу вам сказать то, что моему каналу, конечно, многие уже знают, исполнился год. Уже как... Сейчас скажу, сколько... Уже как почти 4 месяца назад моему каналу год. 10 сентября моему каналу исполнился ровно год. Начал снимать я еще в 4 классе. В начале 4 класса, а сейчас уже почти сейчас уже половина 5 класса пройдена у меня. Вот. У меня вот голос какой-то грубее стал до конца, и вот когда я начал снимать, у меня такой какой-то писклявый голос был. И вот, у меня, надеюсь, сейчас поменялся, немножко поломался так. Ну, не в том смысле поломался. Ломается голос в 12 лет, до 16, или там, до 17, не помню. Ладно, не суть важно. Впрочем-то, я просто бы хотела записать этот ролик, чтобы вы знали то, что я вернулся на канал. И ждите новых роликов. До новых встреч. Всем удачи, пока. С вами был я, Никогда. До новых встреч. Пока.